Дерзкое убийство в одном из спальных районов Киева. Во время движения по одной из основных магистралей Харьковскому шоссе был убит мотоциклист. Полиция ищет преступника. Почему следствие напоминает поиски иголки в стоге сена? И что глава МВД обещал киевлянам почти год назад? Все детали в нашем материале. Все произошло вчера вечером на загруженном шоссе. Из легкового автомобиля выстрелили в мотоциклиста, который возвращался домой на соседнюю улицу. Пораненим виявився 36-річний киянин, який при наданні медичної допомоги помер в кориті швидкої медичної допомоги на місці події. Відпрацьовується версія про те, що киянин отримав поранення вогнепальне при раптово виникленому конфлікті між учасниками дорожнього руху. Интернет-ресурсы со ссылкой на свои источники в нацполиции сообщили, что подозреваемый в расстреле вице-чемпион мира по борьбе с УМО Дмитрий Слепченко. Он якобы скрылся на автомобиле «Сиат» желтого цвета. В Федерации СУМО Украины не верят в эту версию. Президент организации говорит, что с детства знает возможного подозреваемого. Всегда учтиво со мной разговаривают культурно. Ничего плохого о нем сказать не могу. Если суд докажет, если его задержат, но мне будет очень жаль, что так случилось с человеком. Президент Федерации СУМО утверждает, что даже не пытался связаться со Слепченко или его родственниками. Полиция к главному сумоисту страны пока тоже не обращалась, хотя в столице и проводят операцию «Перехват». Помочь расставить точки над «и», то есть выяснить, кто именно стрелял в мотоциклиста, могли бы камеры видеонаблюдения. Почти год назад глава МВД Абаков отрапортовал о том, что в столице запустили пилотный проект видеофиксации нарушений на дорогах. О каких-либо результатах отчетов не было. Зато в министерстве постоянно рассказывают о том, сколько тысяч видеокамер для этого нужно и во сколько миллиардов гривен обойдется проект. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканала «Интер».